Привет, меня зовут Мишель, и мы можем минуточку уделить моим носкам. Посмотрите, какие они прекрасные. Я полностью пропитана новогодней энергией, и в этом видео я хочу всю эту энергию отдать вам. Поэтому я вам покажу, как сделать новогодний декор для своей комнаты, чтобы вы на протяжении всего декабря находились в этой новогодней праздничной атмосфере. Поэтому ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, потому что новогодних видео будет очень много, в этом году я постаралась. Также нажимайте на колокольчик, чтобы ни одно не пропустить. А если хотите продолжение этого видео, то есть еще больше декора для своей комнаты, то набираем 5000 лайков, и я выпускаю продолжение. А также, чуть не забыла, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что если вам не хватает вот этой вот новогодней праздничной энергии, то в моем инстаграме вам самое место. Ну а мы можем начинать. Поехали! Для первого DIY нам понадобятся большие и маленькие елочные игрушки, желательно одного и того же цвета. Открываем шарики и высыпаем на стол. Далее берем маленький шарик и снимаем с него эту часть с петличкой. И с помощью клей-пистолета приклеиваем два маленьких шарика к большому. У нас получается супер милое новогоднее украшение. А таких шариков я даже в магазине не видела. Для второго DIY нам понадобится искусственный снег и прозрачная банка. Берем нашу банку и покрываем ее полностью искусственным снегом. Далее ждем, чтобы она хорошо высохла. И когда банка будет готова, возьмите свои самые любимые конфеты и насыпьте в нее. Посередине я решила добавить свечку для атмосферы. Также я добавляю серебристую ленточку, чтобы наша банка выглядела интереснее. Теперь в холодные декабрьские дни вы можете баловать себя любимыми конфетами, или же можете подарить эту баночку своим друзьям или близким на Новый год. И для третьего DIY вам понадобятся маленькие елочные игрушки и елочка из материала, который похож на многослойный фетр. Я не знаю, как он называется, но если вы знаете, можете написать мне об этом в комментариях. Добавляем клей к нашим маленьким елочным игрушкам и приклеиваем к елке. Получается отличная альтернатива, если у вас нет возможности поставить настоящую елку у себя в комнате. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что, опять же, если вам не хватает праздничной атмосферы, новогодней энергии, самое место. Набираем 5000 лайков, и я выпускаю вторую часть этого ролика. Ну и всем пока! Tell me.